сделать вот, но раз, подтянули на себе. Человек берет для того, чтобы отпустить. Раз, вот, мы его взяли, дернули, дернули. Положили. Спина ровная, голова прижата. Не так. Потому что если так, да, и до свидания. Не сгибаемся. То есть мы вход наш делается. Вот смотрите. Вот. Но на колени вставать не будем. Вольники встают на колени, потому что они так и встают, у них борьба. А? Тут ближний. Ну, да, мы же бьем. Поэтому движение должно быть. Тут точно так же, как при. Как я приделал, нырочек сделал, видите, я с ним вхожу. Точно так же, как с ударами вхожу. Точно так же я вхожу в море. Дальше. Нырок и выход за спиной. Поэтому спокойно вот это движение. То есть мы его раз, мы его оп, видите, входим вперед. Входим вперед, взяли за ногу. В общем, больше ничего. А так можно поднять и шарахнуть. Понятно, да? Заходим. Оп, закрыли. Вот они мощные. Посмотрите. Без бросков. Поехали. Упражнение. Это упражнение. Но вот он сейчас делает боковой удар. Начинает. Раз. Видите, вы сначала должны почувствовать, каким образом у вас идет защита. Как срабатывает у вас защита. Как вы чувствуете эту защиту. Оп! То есть ты точно так же сделаешь. То есть что произойдет? Раз, то же самое. Оп! То есть те же самые действия, когда я натягиваю, видите? Только я его сейчас сначала научился сдерживать. Да? Сдерживать. Раз. Как и вот так я не сдержу. Вот так рука будет стоять, не сдержу, потому что естественно сгиб происходит. Сначала я должен задержать. Видите, вот этим вращательным движением. Рука поднимается у него вверх, а я в этот момент подсаживаю. Ты же картошку сажаешь? Конечно. Почти. Мешочек картошечки. Берем. Оп. Присел. Оп! Как мы его? Пока он взлетает вверх, мы уже раз под него спинку подставили. Бам! И пошли. Здесь то же самое происходит. Ничего другого нет, вы ничего не придумываете. Все у нас это сельхоз работает, все везде, ну все, здесь удобно. Еще раз, то есть идет атака, мы его раз, оп, и мы здесь. Прям все, он идет, оп, оп, и мы здесь. Нарочек сделал, и прошли, и проконтролировали. Все, забрали ножку. И держим его, все. Дальше можно там запулить. Прогибом бросит. Побить. Неважно. Вот это действие тоже на две руки работает. Сюда. Раз. Ну, здесь. То есть все то же самое. Будем сюда. Ногу плотно. Потому что если не плотно, нам тогда просто нужно будет заходить. Если не плотно, мы зашли, значит нам нужно его сразу. Чтобы он ушел. Бросать. Вот это потом придет к чему действие. Поставил он бьет. О, он бьет. О! То есть я уже здесь. Просто. Оп, а потом лезу. Здесь ведь смотрите. Бам! Если я заблокировал. Понимаете, в чем дело? Если я бам полез вниз, уже еще удар. Понимаете? Когда жестко встречаем, здесь. Он уже бьет, он уже. Да. Поэтому как бы боковые удары в бою стараются не делать, потому что борцы проходят на раз. Но мы тем не менее, так как это распространенный удар, тем не менее мы на это смотрим. Вот. Оп. Видите? Вау!